Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки Фикс Прайс. Посмотрите, какие классные пакеты. Та-да-да-да-дам. Фикс Прайс просто порадовал меня супер-мега пакетиками. Называются они My Little Bag, здесь написано. Это так мило, они выполнены из клеенки, они небольшого размера. Размер сказать прям не могу, если только здесь не написано. А тут не написано. Срок годности не ограничен, вот что написано. А изготовлено 5.05.2017. Вот такие вот пакетики. Мне кажется, очень клево сходить на пляж. Можно что-нибудь подарить. Стоит он 99 рублей. И я решила, что я разыграю эти пакетики в конце видео. Я подумаю. Я, наверное, хочу один себе оставить все-таки. Я купила 3, а 2 разыграю. Но все в конце видео. Пока я буду рассказывать, я подумаю. Так, что я еще приобрела? Давайте по порядку буду разбирать эти пакеты. Значит, я взяла еще одну вот такую штучку. На самом деле, там уже они закончились, белых не было. Естественно, я взяла розовую. Но я еще подумала, что хорошо, если это будет у меня, допустим, что-то для шампуня, что-то для бальзама. Но для шампуня у меня есть большая, я налила. А вот для бальзама нету еще. Больших я не встречала. И я думаю, что вот сюда можно было бы наливать бальзам. Но заодно я не перепутаю, что розовый и бальзам. А то так могу нечаянно перепутать. В общем, эти очень классные штучки. У меня белые есть, стоит на кухне одна в ванне, гель для душа, другое мыло, здесь будет бальзам. Мне очень нравятся дозаторы, я их обожаю, поэтому я взяла, и она уже была последняя, там какие-то половинки валялись, непонятно, она, кстати, не разбирается, там валялись половинки, реально, не знаю, с чем это связано. Так, пакеты я пока уберу. Дальше, то же самое я разыграю в конце видео. О, и, конечно же, я одну взяла себе, вот такая розовенькая. Это же, конечно же, будет у меня. Здесь написано VIP Very Important Products. В общем, VIP очень важные продукты. Это я взяла себе. И также последние две я забрала. Я их тоже разыграю в конце видео. Это, значит, для косметики Contents Pretty Important Stuff. В общем, это я не могу. Вот важно... Став, вот до сих пор я не пойму, что это такое. В общем, я не подготовилась. Девчонки, кто знает, можете перевести. Значит, вот такую белую косметичку я разыграла. И вот такую красную. Make today beautiful. Мейкап сегодня красивый, да? Вот такая красная. Мне кажется, они замечательные, в принципе. И я их тоже разыграю. Я их взяла последние, их больше в нашем фикс-прайсе нет. Может быть, они есть в других, но в нашем нет. Это я тоже подумаю, наверное, будут все это разные люди, не всем это вот так я все прям сделаю, но посмотрим. А может, не разные. Дальше я взяла свои любимые салфетки детские, они замечательные, классные, и лучшие салфеток я не встречала, а перепробовала я очень много салфеток. А дальше я взяла свои любимые вот такие вот ежедневки, я уже без проблем показываю вам, да, не переживаю, потому что скоро на канале у меня выйдет вообще отдельное видео про женские дни, про гигиену по запросу. Я думаю, что это важно и полезно. Все-таки я заказала вот такую бутылочку. Это вот такая вот бутылочка с... Хорошо закрывается, да. Вот с таким вот дозатором нажимаешь и... Отсюда водичка вытекает. Почему я заказала ее? Потому что у меня есть жидкость для снятия лака, но она очень громко открывается, закрывается, и бутылка там совершенно неудобная. Это у меня не для жидкости, это у меня, я сказала, для снятия лака. В общем, это для снятия лака вообще, но я думаю, что можно использовать это для другого. У меня здесь будет жидкость для снятия макияжа, так как я его снимаю почти каждый день. И чтобы малого не будить, такая раз, открыла тихонько. Ваточкой. Все. У меня обычно мицеллярка, либо жидкая вода, поэтому она сюда очень хорошо подойдет. Я все-таки взяла эту бутылочку. Также я взяла резиночки. Ну, мне кажется, здесь такие достаточно ходовые цвета и хорошо тянется. О, спит у меня, я проверяю, чтобы все было нормально. Еще здесь есть розовенькая. В общем, попробую. Я думаю, что нормально. Так, один пакетик освободили. Как проедут иногда вот так мимо, знаете, и громко музыку включают. Я понимаю, конечно, это надо, чтобы все слышали, какую музыку ты слушаешь. Вот, вам фоном не слышно музыку?
просто включили громкую музыку фоном. Фон не буду ставить. Наконец-таки я купила вот такую плоечку. Она стоит 99 рублей. Мне многие писали и говорили, это плойка, она, наверное, на батарейках. Я не могла поверить. Говорю, что плойка 99 рублей? Действительно, девчонки, она не на батарейках. Я купила вот такую плойку за 99 рублей. Фикс прайс удивляет, реально удивляет. Она электрическая. Единственное, страшно, ну, у кого-то, конечно, хорошо работали эти пистолеты, помните, но они у многих взрывались в руках. Здесь вот такая вот тоненькая, видите, практически с указательный палец мой. То есть для тоненькой завивки у меня таких нет тоненьких, у меня крупные, поэтому можно попробовать включить, выключить. Ну, и в конце видео я накручу прядку и покажу вам, какая эта прядка будет, потому что сейчас я сижу, мне так немного неудобно. Хотя, сейчас включу. Вот я включила, загорелась у нас, пусть она немножечко у нас поднагреется, здесь есть вот такая вот штучка, я поставлю аккуратненько на столик. Кстати, достаточно удобно стоит, прям супер. Сейчас она поднагреется, и я накручу прядку, мы посмотрим, что будет. Дальше, пока она греется, мы возьмем второй пакетик, и что у меня здесь лежит? Ах да, у меня на самом деле есть вот такие вот косметички. Серебристая только у меня есть. Серебристый мой цвет, и я себе купила еще, в общем, там одежду тоже такую же. Золотистый был мой тогда, когда у меня были золотые кроссовки. Вот у меня были вот такие золотые кроссовки прозрачные. Я их носила и днем, и летом. И днем, и ночью, и зимой, и летом. Я их обожала. И, конечно, вот такая сумочка, я ее не буду сильно, видите, она свет мой скрадывает. Я ее, конечно, обожала, она была супер замечательная бы. Но сейчас у меня золотого ничего нет, я перешла на такой более серебряный цвет. И я взяла эти косметички тоже для того, чтобы их разыграть, потому что я считаю, что они супер-мега крутые. Вернись, свет! Они мне очень нравятся, и я их тоже разыграю. Так, значит, смотрите, это все у нас из новинок. Давайте попробуем прядку. Кстати, насколько быстро греется? Кто проверяет, как? Единственное, что мне страшно, знаете, что может быть. Я видела в Инстаграме такой прикол, что девочка крутится, а потом такая раз-раз, и прядки нету. У нее было удивление. Я не думаю, что она там сильно много подождала. Так, давайте. Сейчас. От лица я прядки кручу всегда. Плоечка это очень-очень легенько. Я реально сейчас вот рискую, мне кажется. Прикинь, раз и без прядки осталось. Ну, пока вот тепленько все. Я думаю, еще не это. Страшненько. Ну, оно горяченькое должно быть, я тогда отпущу. Возможно, конечно, такие плойки, они будут портить волосы как-то, потому что вроде зависит же от покрытия. Я думаю, здесь самое наипростейшее покрытие, и нагревается все оно неравномерно наверняка. Вот. Ну, не знаю, просто я должна была взять это и попробовать. Так, вот здесь и теплое, еще можно держаться даже, да, а вот здесь уже не подержишься, здесь горячо. Неравномерное нагревание, это не очень хорошо, на самом деле. Не очень удобно в этом случае. Ну, не знаю. Давайте попробуем. Смотрите, какая интересная прядка получилась. Что-то в этом есть, правда? Ой, красиво. Мне, кстати, нравится. Давайте еще одну сделаем. Я делаю прядочки вот здесь немножечко, знаете, как у лица сделаю, и вот это уже не до конца, видите, докручиваю. Она будет ниже и будет с моими сливаться. И получится, что у вас как бы у лица есть прядки, а там к концу уже выравнивается. Я тоже люблю такие, это очень быстро, и в то же самое время есть укладка, очень удобно. Вот так вот, видите, она спускается вот на мою
именно мои не накрученные. Сейчас с другой стороны сделаю и продолжим красивые. Так, накрутила, но одна у меня получилась в другую сторону, но главное передней в ту нужную сторону. Видите, сразу преобразилась. Вы знаете, я подумала, что, конечно, этой плойкой я не буду пользоваться постоянно, какой-то запашок немножко от нее пластика вот идет такой, знаете, страшно, конечно, но во всяком случае можно куда-то, если вы в поездку едете, не страшно взять такую плойку за 100 рублей, ее не страшно потерять, не страшно, если она даже там где-то сгорит, испортится в дороге, но во всяком случае вы быстро те же пряди передние подкрутив, можно сделать все. Она действительно очень легкая и такая маленькая, компактненькая, поэтому мне кажется, это отлично вообще, замечательно. Итак, что я тут надумала, пока я крутилась, пока я с вами рассказывала, пока все это я делала? Я все-таки решила, что не буду я ничего себе оставлять. Если я зайду в другой фикс-прайс и найду такую розовый пакетик, то я куплю. А сейчас я разыграю вот такой пакетик, смотрите. Да, вот такая вот сумочка. А в этой сумочке будет вот такая золотая косметичка. Мне кажется, это будет замечательный подарок. Вот, и будет у нас таких целых 3 победителя. Да, с косметичку кто получит. И вот такой пакетик. Решила вас порадовать, потому что я вас очень люблю. И думаю, что кто меня смотрит и любит, я думаю, вам понравится вот такой вот скромный, но такой вот яркий, красивый, приятный подарочки, да? 3 победителя. Значит, что нам нужно сделать? Первое, что скажу, что победители, которые выиграют, я их буду озвучивать не на Ютубе, я их буду озвучивать и в Инстаграме, потому что это все сделать там проще. Я думаю, что вы уже наверняка все у меня есть в Инстаграме. Инстаграм я оставлю здесь. Вы подписывайтесь туда для того, чтобы следить за результатами. Там прям я скину видео, как я случайно выбираю победителя. И это будет там. Что касается условий. Давайте так, вы должны обязательно быть моим подписчиком, это первое. Второе, сделать в одну из своих соцсетей, как обычно, всегда это конкурс, да, просто делитесь этим видео на свою страничку. Ставите лайк, естественно, вам нравится это видео, раз вы хотите в нем участвовать, я думаю, это абсолютно несложно. И под видео, под этим видео вы пишете «Участвую» и оставляете свою ссылку на репост на вашей странице, на мое вот это видео. Я думаю, что это очень просто, это стандартное такое, абсолютно несложное для моих любимых подписчиков. Это очень простые условия. И конкурс будет длиться ровно 5 дней. Через 5 дней я отчитаю, я под видео еще раз напишу сейчас все условия. И под видео я напишу, где и когда будет результат конкурса. Ну, сейчас я говорю, что это будет в Инстаграм ровно через 5 дней. Просто я дату точно напишу. Все, вот такие 3 пакетика, честно говоря. Я просто надеюсь, что я зайду в другой фикс-прайс и будут. Там такие розовенькие, потому что я розовенькие забрала все, если честно. Мне кажется, что они удобны как и на пляж сходить, так и просто даже дома что-то хранить для интерьера. Очень клевенькие. Их легко мыть, то есть, понимаете, да, они не испачкаются у вас. Вот, а косметички очень действительно вместительные и классные. И, в общем-то, я просто надеюсь, что я куплю себе еще такие. Ну, а если нет, знайте, что я просто вот так вас сильно люблю, что ничего для вас не жалею, таких находочек. Нет, я реально просто надеюсь, что я куплю себе еще такие. Я зайду в другой фикс-прайс. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, участвуйте в конкурсе. Всем я желаю удачи, потому что здесь только удача вам поможет. И я с вами прощаюсь, до следующего видео. Ах, да, совсем забыла. И после этого конкурса я устрою конкурс в Инстаграме на 2 вот эти вот косметички. Так что в Инстаграме тоже будет конкурс для тех, кто в Инстаграме. Я думаю, это справедливо.